Всем привет, продолжаем проходить кампанию в Героях Меча и Магии 3. И здесь на старте возьму третий уровень гильдии магов, это логично. Ого. Теперь мы знаем, как Нихану и Эофолу удалось захватить Эрафию. Через разветвленную систему тоннелей, прорытых подземными владыками, они подвели войска и нанесли удар превосходящими силами сразу в нескольких местах. Удивительно, что наша армия смогла остановить их нашествие и удержать половину страны. Мы нашли основной путь, по которому перебрасываются войска из Нихана в Эрафию. Он проходит под океаном и соединяет подземный мир Нихана с самыми крупными провинциями Эрафии. Бракада и Авлия уже прислали свои армии. Сначала мы должны вытеснить оставшиеся войска Кригана и Нихана с нашей территории, а потом атаковать их под землей и заставить отступить к границам Нихана. Прикольно. Титан в воде? Я этого не видел всего. О, смотрите-ка, кто тут у нас? Кристиан. Лорды подземелий действительно умны. Пока дьяволы и Афолы атаковали границы Эрафии, силы Нигана прорыли туннель до самого Стедвика. Нифига себе. Опять Стедвик. Как вы задолбали меня со своим Стедвиком уже. А затем неожиданно атаковали одновременно в нескольких районах страны. Вы должны благодарить дворцовое военное командование Эрафии за поражение вторгшихся в восточные земли Эратии войска противника. И теперь лорды подземелья бегут от нас. Ваша миссия заключается в том, чтобы преследовать их вплоть до Ниганского побережья и возвести цитадель в их доме. Силы из Авлии и Бракуды помогут вам в этом последнем рейде. Ни один Ниганский или же Фолдский оплот не должен уцелеть в тоннелях. Мы должны преподать лордам подземелья такой урок, который никогда не забудут удачи. Ну, по крайней мере, ни слова о том, что на время. Мне это уже нравится. Так, давайте смотреть. У нас тут даже есть базовая какая-то застройка. Прикольно. Грифоны. Серьезно? Даже префектура построена. Ого. Я строю рынок. И мы отправляемся в путь. Разведочка. Охренеть. Тут просто все, что захочешь, прям рядом. Камень, дерево, прям в метре друг от друга. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. А тут своя атмосфера. Ну, значит, три армии. Так решила игра. Хорошо, как скажете. Три армии, так три армии. Так, книгу заклинаний покупаем, и можно отправляться. Во-первых, статы. Так, тут мы будем золото подбирать однозначно, иначе я три замка не потяну. Очень дорого выходит. Блин. Сколько денег? Еще эти долбаные гремлины. 4 хитпоинта, блин. Здрасте. Просто так? 10 изумрудов. Иди ты в задницу, понял? 10 изумрудов. Так, заставить вступить? Да, давай. Накажем их за предательство. Мне опыт нужен просто. Надо же качаться как-то. А в этих гипноз есть. Круто. Хороший маг с гипнозом. Сколько ты 4 клетки ходишь? Да ты не дойдешь. Этот развернулся, пошел в другую сторону. Вот дурачок. Голем не дойдет. Надо бить, значит. Гаргулья без проблем их
положат, конечно, они ж слабенькие. 4 хитпоинта все-таки. Ох, денег вообще нет. Вы можете перехватить значительную часть войск Нигана на море, однако вы должны быть осмотрительны, так как воды у побережья заполнены многочисленными мелководьями и рифами. Мне не нравится этот намек, если честно. Смотри, тут какой-то крутой щит, но... Подзорную трубу нужно ему принести, я запомню. Так, конечно же, золото. Стой, куда же ты? Такой радиус. Парапет. Горгульи понадобится. Но с другой боевой единицы нет особо. Так, сейчас главное экономика. Самое главное. А потом уже все остальное. Иначе я буду в заднице просто. Хранилище ресурсов. Вот что мне еще нужно. Обязательно. В людском городе. Потому что... Пока что по одной шахте только. 3 города, это будет тяжело. Так, только золото собираем. Блин, тут еще один артефакт. Бесплатно? Спасибо. А тут что хочешь? Тут зеркало. А картинка та же самая. Так, мы пришли к этому замку. Ничего страшного, статы нужны тоже. Кристиану. Казармы. Так, казармы это Кристиану предназначено. О! Отлично. Еще рудники. Так, здесь кузницу строим. А деньги, да, есть у меня. Ну, благодаря тому, что их собираю, муниципалитеты строим. А тут кузница. Но не хватает дерева. Ничего страшного. Сейчас мы это исправим. Вообще, надо бы по 1/4 построить, наверное. Во всех городах. Ну, а тут вон пегасы есть. Очень даже удобно. Ой, золото, как хорошо. Так. Значит, да, тут нужны будут пегасы. Обязательно. Тут мы казармы строим. Упарываемся просто в казармы. Здесь башню магов надо, но дерева не хватает. Блин. Ладно, разберемся. А вот и дерево. Только вспомнил за него. Сразу строим, пока есть возможность. Нормальных стрелков. Ну, нормальные стрелки это титаны для меня. Группа рыцари. Это мы потом с ними разберемся. Вообще, как бы надо пытаться переманить на свою сторону, поэтому мы идем сюда. Давай-ка статы. Отлично. А тут бесплатно, интересно, еще раз будет. Так, муниципалитет строим теперь. Здесь цитадель. Возводим, увеличиваем прирост. И здесь я бы цитадель тоже возвел. Ой, подожди, пегасов же надо. А что для них нужно? 10 кристаллов, ё-моё. Почему пегасы такие дорогие? А, тут вот есть у меня, отлично. Сейчас я быстренько. Ой, супер. Так, строим пегасов. Замок. Я буду упор в людскую фракцию делать.
Потому что из всех присутствующих это моя самая любимая. Давайте. Прирост горгулий. Десять изумрудов. Ага. На налетчиков можно на следующей неделе, когда толпа обсидиановых тут. Толпа обычных. В следующей неделе, когда возьму еще войска. Тут бесплатный, слушай. О, логистика, отлично. Просто бесплатно этот. Аттракцион щедрости. Так, все, я везде построил. Ты у нас забегаешь, хватаешь магов. Капитолий, 10 косарей. Да вроде хватает ресурсов. Золотой павильон. Зря я это делаю, ну ладно. Я хочу. Давай гильдию горняков. Больше гномов, больше войска, и, соответственно, нас будут больше бояться. Так, а тут... О, фабрика, кстати. А там, по-моему, можно будет брать как раз големов крутых. Которые алмазные, там вот это вот все. Так, подожди-ка. Блин, а у меня проблема с ресурсами. Ну давай двух хотя бы. Ну, блин, это не дело. Не, это не дело. До остальных пегасов нанять. Потому что сейчас новая неделя будет. Чем больше пегасов, тем... Во. Тем сильнее это все будет. Так, давай. Атака. Блин, не успеваю забрать казармы. Плохо. Ну ладно. Просто забрал хотя бы и на этом спасибо. Подожди, а тут мельницы никакой у тебя нет? Странно. Принять. Welcome. Секира кентавра. Отлично. Хорошие статы уже для боевого героя. Очень даже неплохие. Тут надо войско пополнять. Чтобы я что-то мог противопоставить. Пока что ничего не строим, потому что будет кризис. У меня и так тут задница полная. По деньгам. Ну, наги есть. С нагами уже можно все, уже жировать. Поэтому ты пробиваешь все, что тут только можно. Обязан. О, кстати, арка дендроидов, а я ее не увидел, что-то как-то вот самоцветы. Но там надо будет драться с ними. Я не готов с дендроидами драться. Так, кто мне скажет, когда я построю Капитолий? Где деньги взять на Капитолий? Ой, дураки, зря. Вообще надо было армию нанять. Может быть, они захотели бы присоединиться. Что-то как-то я сглупил. Но преимущество здесь явно на моей стороне. Ой, красавчик. Что они пытаются изобразить? Бей его. Ой, блин, он почти убил.
Ладно, нормально. Блин, скотина. Так, лучше лучника, чем мечника. Нормально. Не, в принципе, норм. То есть могло бы быть намного хуже. Так, нет, пробивать мы больше не будем. Нам надо войска взять. Потому что тут все считают, что можно меня шпинять. Надо доказать обратное. Кентавры, кстати. Конечно, заставить. Куда мы собрались, а? Да ты охренел. Ты что делаешь? Они слабые. Не трогай их. Попробуй с Нагой закуситься. Она тебя пережует и выплюнет. Смотри, скотина сидит. Я понял его план. Ты посмотри какой. 30 гремлинов. Просто, ну, куски говна они. Эти гремлины. Их даже улучшать не хочу. Никчемные. Так, ладно, подождем еще денек. И построим капиталек. Во! Уже что-то. Кристалл в день не надо, спасибо. А вот замок можно. Пока что логистика не особо показывает себя. Каменные големы. Думаю, они упадут сейчас. А что за серая палатка? Где она? Интересно. Я хочу вот эту фабрику посетить. Если там можно алмазных големов делать. О-о-о. Блин, а чё я пришел? У меня же нет денег. Я гений просто, потратил все. Ну, пойдет. Самых главных. Хотя, надо бы еще подождать. Ай, блин, тут не пройти, да? Тогда мы пойдем вниз. Ой, хватит, короче, погнали. Денег нет. Погнали. Разбежался. Так, нет, с лучниками я не буду драться, потому что ну их нафиг. Они меня застреляют. О-о-о. Ладно, тактика у меня есть. Это мое преимущество. Да я знаю, что вы мне рассказываете. Уходи отсюда. Это не твое место. Встань рядом. Вот так вот. Я подожду. Да ты посмотри, они не хотят лететь. Вот тварь, а. Один умер. Страшно. Это же все-таки не гремлины, которые сотнями умирают за один удар. Так, давай убивай. Хватит потери нести. Так. Конечно же, деньги забираем. У меня их нет. Тут выход есть. Вот это плохо.
То есть отсюда может кто-то прийти ко мне. Но в то же время он не сможет назад смыться. Блин, лучше присоединились, гаденыши. Так, давай, беги. Конюшни надо. А может, стрелков лучше взять. Надо здесь цитадель хотя бы, а то все печально. Давайте-ка улучшенную усадьбу. Я хочу хороших лучников видеть в этом войске. Так, а ну-ка, сражайтесь. Ну подумаешь, 90 кентавров, подумаешь, 10 пегасов. Тоже мне проблема. Да-да, молодец, подходи. Еще ближе, правильно. Не убил. Так, вот сейчас можно пегаса потерять, но... Не, он догонит. Дойдет, в смысле. А, нормально. Нормально. Даже отлично, я бы сказал. Вообще супер. Так, все, побежали нанимать армию. Как раз новой неделе я тут еще золото нашел. Так. Основная навигация. Ну, значит, ты поплывешь. Судьба так распорядилась. Так, стрелки идут нафиг. Давайте тогда скупим тут сразу. С этой недели. Ну, потихонечку, помаленечку... Набираются армии. Правда, новая неделя, денег нет. Ничего страшного. Еще мечники. О, вот что мне нужно. Это обязательно. И срочно. Так, а тут замок вообще или что тут? Да, замок. Что-то какие-то странные приросты, ну ладно. Так, давайте-ка сокровищницу сразу куплю. Расточительство, конечно, но что поделать. Хорошая вещь просто. Поможет мне. Выйти из кризиса, возможно. В свое время. Я понял ваш намек. Ну, эти ребята крепкие. У них здоровье, как у моих мечников. Очень тяжело бьются. Но хотя это кривая стрела. В принципе, оно и понятно. Ну блин, ну как? Ну почему? Почему они не ходят? Зараза. Бесит, блин. Я нажимаю ожидания, и они ожидают раньше, чем я. Ну как это возможно? Ой, блин, 4 копеечка.
Так. Ладно, надо бить. Ой, зря я это сделал. Ой, я дурак. Ну ладно. Они уже умерли почти. Ну, по глупости 5 лучников. Ладно, не страшно. Зато золотая шахта на следующий день будет моя. Так, это мы все посещали. Еще пегасов можно взять. Пегасов дофига уже. Это хорошо. А вот это плохо. Ну, конечно же, они гипнозу не поддаются. Они же не живые существа. Что такое с существами в этой компании? Я не понимаю, нейтралы резко поумнели или что это? Смотри, что делают. Они просто избивают гремлинов. Я не понимаю, что происходит с этой игрой. Почему гремлины стали самой желанной целью вдруг? Почернели. Опять 27 гремлинов. Ну, кстати, гильдия магов, не знаю, бесполезный бонус, который я взял. Будем улучшать потихоньку, что делать. Мастерскую вообще не хочется улучшать, честно. Но желательно все-таки это сделать. Так, все, забираем. А могли бы сдаться. Да, в пятых героях догадались телепортировать. Ну вот опять. Он ждет тоже или что? Я не могу обмануть и ударить в тот момент, когда стоит фигней занимается. Ну, подлетает. Я имею в виду грифон. Не получается просто. Будем грифонов терять, что делать? Лучше, чем этих лучников. Они и так страдают постоянно. Да как же ты бесишь, а? Умри уже, умри, предатель. Лидерство, эксперт. Конечно. Так, толпу рыцарей. Ну, надо бить. Чего ждать-то? Да, я мог, конечно, прибежать рыцарям, Кристианам, и попытаться их к себе переманить, но... Это долго все. Ох, как же тяжко без логистики. Ладно, идите. Падение на 3 повышает. О, у него, кстати, специализация 350 золотых. Я только что это заметил. Надо же. Даже гномов денег нормально у меня сейчас, слава богу. Это потому, что я только золото подбираю с сундуков. У меня за счет этого герои плохие. Непрокачанная. Ну вот нафига я напал, а?
Они сейчас пойдут опять гремлинов убивать. Потому что им пофиг на всех остальных. А я пойду их защищать. Это зря вы задумали. Серьезно? Они байтятся на Нагу. Мне это на руку, конечно. Это странно. А, ну конечно, любимая цель. Как же без гремлинов-то? Так, продвинутая первая помощь. Ну давай, но у меня нет палатки пока что. Так, а куда ты у нас побежишь? Пора вот этих ребят прибить. Основная мудрость. Ну ладно, мудрость так мудрость. Хотя это не мудро сейчас такие навыки получать. Ну ладно, пусть будет. Могло быть и хуже. Ох, самоцветов сколько, ты смотри. Вот мне портал славы предлагают. Вы чё, совсем что ли? Куда мне портал славы? Да, денег пока что хватает. И что, теперь портал славы мне предлагать? Я же могу не сдержаться. А мне он не нужен сейчас, я понимаю, объективно. Ну, блин, искушатели. Пытаются меня склонить к преступлению. Так, рыцарь что-то не в те земли у меня зашел, ну ладно. А вот это мы обязательно поднимем. Так, сразу постройки, пока есть деньги. Ну, вроде бы все хорошо пока что. Дендроидов можно построить. Потихоньку. Так, улучшаем этот мусор. Я не знаю, зачем они мне вообще в армии нужны. Ну, есть и есть, ладно. Чего жаловаться-то? Так, отвлекать будут. Вот наг надо улучшить. Магов я бы еще улучшил, да. Ну это все, у меня армия из наг состоит, можно сказать. Они тут главная мощь. Так, с такой силой, я думаю, можно продвигаться наверх спокойно. Гаргулья. Согласны принять? Да. Хм. Согласен, конечно. Я отдам их сейчас магу. Так, все, идем улучшать. Да и единорогов построю, почему нет? Седьмой день. Пора. Не, идите в задницу. 20 косарей я не потяну. Я просто не потяну такое. У меня... Я в такой минус уйду. Соблазняют меня. Пытаются. Удар молнии. Нормально. Да, похоже, здесь можно будет нанимать вот этих големов. Скорее всего, потому что они тут есть. Ну сколько это? 5 урона будет. Он 95% уменьшает повреждения. Гипноз не действует, потому что не живые. Все правильно. Блин, алмазки крепкие очень.
сколько он вообще ходит? 5. И этот 5. Хотя у меня войска нормальные, мне бояться их не стоит явно. Куда ты попёрся, блин, а? Так, все, короче, летим в атаку. Надоели они мне. Нет. Ну что это такое, как вы бесите, а? Зачем вам эти гремлины? Оставьте их в покое. Они же говно, они ничего не могут. Вот я могу, пожалуйста, алмазных нанимать. Вместо гремлинов. Причем я вообще могу всех нанять. Ну, у меня алмазки есть. Прикольно, по меньшей мере. И с ресурсами у меня все хорошо, я смотрю, стало. Так. Кентавров еще брать бы. Так. Давай мне алмазных. И вот таких. Алмазные, кстати, довольно дорогие. Заметили, да, сколько они стоят? 750. Один голем. Так, 24 тысячи. Давай потихоньку, не знаю, улучшать. Войска будем докупать, когда герои уже прибегут. Не хватает дерева. Ну и пусть не хватает, ничего страшного. На библиотеку. Без вариантов. Улучшенные маги нужны. Ой, как хорошо. А, я же уже взял. Ну ладно. Возвращаемся. Вот этих надо танцующих дурачков посетить будет. Кентавров я не взял, ну их фиг с ними. Давайте уже единорогов. Тут полностью улучшена армия. Осталось драконов нанять. И все. Так, ладно. Вообще, по большому счету, я занимаюсь какой-то фигней. Надо отправляться и захватывать земли, территории, врагов искать. Все-таки тут цель есть определенная на этой карте. Это нужно мореплавание. Боже, это музыка. Уйди, пожалуйста, куда-нибудь. А, дендроиды. Увеличим прирост заодно. Так, ну тут ваншот, наверное, но я не хочу рисковать проверять. Ну да, тут ваншот. 50 пегасов, о чем тут говорить? Эксперт логистики. Отлично. Нанимать я их не буду. Я просто прирост увеличил и все. Потому что это бежать сейчас улучшать. Есть и есть дендроиды. А, можно в подземелье пойти. Вот. То, о чем я думаю. Будет неплохо сделать.
10 тысяч у меня прирост в день. Очень даже не дурно. Опа! Это прям меня ждет. А вот и нет, нападем. Вообще, как бы их тут мало, можно было давно уже напасть и помять их, но... Что-то я тупил немножко, ладно. Тут я деньги также буду подбирать, скорее всего. Иначе мне их не хватит. Так, все, ты возвращаешься, короче, домой. Набираешь нормальную армию, а то тут только 20 этих крестоносцев могут что-то сделать. Остальные все вообще слабенькие. Так. Ой, как хорошо. Пока что все идет отлично. Мне прям нравится. Не хватает места. Ну и ладно. Улучшаем магов. А, нет, отстань. Дендроиды. Ну пусть дополнительный прирост будет, ладно. Не то чтобы они мне нужны были, они просто для якоря. По сути, нужны эти дендроиды. Ладно, гуляйте, вас мало. Особо не заработаешь опыт. Хотя, с такой логикой я вообще тогда не буду его зарабатывать. Надо бить. Красавчик. Эльф все в свои руки взял. Если, короче, у меня встанет вопрос из-за големов кого-то убрать, я уберу вот этих ребят. Ну, объективно, лучше с големами ходить, чем с ними. Главное не забывать их каждую неделю покупать. Големов, иначе будет просадочка. Но пока что вроде все нормально. Гаргулей также нанимаем. Так. Ипподром, не хватает дерева, подождем. А здесь один кристалл дополнительно. У меня их много, но можно еще больше сделать. Ну, 5000. Не, давайте деньги копить. Сейчас будет новая неделя, и нужен будет прирост от этой, как она, от сокровищниц. Колечко. Да, кстати, надо было топор передать. Надо будет это сделать. Фига себе, тут черная жемчужина стоит, что ли? Ха, лодка. Так, это мы улучшаем. Один драгоценный камень. Почему торговцы артефактами вы мне не даете построить, а? Негодяи, что ли? Не посещено. Один уровень за 10... А давай, я могу сейчас позволить. Что, кстати, по кузнице? Блин, не палатка. А мне бы палатку как раз. тысяча. Я смотрю, увеличился прирост денег за счет... Сокровищница. Нормально так. Что, давайте нанимать? Да, тут скопилось...
прилично. Мне тупо денег не хватит. Но! У нас есть замечательный рынок, на котором просто невероятное количество ресурсов накопилось. Для которого, вернее. Поэтому это я все продаю. Ну, кроме дерева и руды. Их по-прежнему маловато. Но теперь у Кристиана Бейла хотя бы есть нормальная армия. Он может что-то с ней сделать. Это значит, что мы пойдем вот в этот подземный мир. О, кентавры. Блин, надо было их бить. Ну ладно. За предательство. Будем считать, что я милосердный просто и отпустил их по доброте душевной. Да-да, все и так и было. Ну, слушайте, я вполне не в плохой ситуации, то есть, согласен их принять. Вы что, больные, что ли? Зачем вы мне нужны? Я думал, что не смогу 3 замка потянуть, честно. Но я потянул. За счет того, что убирал нужные ресурсы. Ну, то есть деньги. Подходи, не бойся. Грифоны быстро все сделают. Там косарь урона, я успел увидеть. На 80 грифонов. Нормально. Хотя могло быть и получше. Понял. А вот это зачем? Только очки передвижения потратил, чтобы это собрать. Разведать. Знания и силы на 2. Слушай, это прям для мага. Блин, надо было бить. Чё я туплю-то? Мне же опыт нужен. Тут мы пробиваем. Без проблем, тут вообще копейки. Ну, хотя бы я первый походил, мои стрелки, спасибо. Офигеть, а чё единороги так слабо ударили? Ну, хотя их мало, 6 штук. Так, давай-ка магию земли. Это очень хорошо, что я ее нашел. Тут у нас первый город. Сейчас вообще все хорошо будет с этим, с экономикой. Хорош. Показал арбалетчикам, что вы тоже так можете. Ох, статы, сейчас я тут соберу. Смотри, лазит там. До свидания, ребята. Вот эта миссия мне нравится тем, что она не на время. Спасибо. Хотя это, походу, последняя миссия этой кампании. Их тут и так много было. Колдовская сила. Я, по-моему, книгу заклинаний даже еще не купил. Хотя это ошибка. Ой, блин. Потери. Это плохо.
И продолжают их долбить. Уроды. Восемь потерял я. Арбалетчиков на ровном месте. О, охрану купили. Только тут замка даже нет. О чем речь? Форт обычный. Можно, я думаю, лететь бить спокойно. Все, троглодиты получат ответный удар и умрут. Блин. Смотри, тут даже потери есть. В виде пегасов. Такое себе. Двадцать урона. Так, берем магию земли продвинутую. А тут мы вот так делаем. А что, опыт лишний не помешает? Ладно, возьму только палатку, хватит. Джинов. Да надо по-хорошему. Хотя, может быть, этих и не придется дурачков выбрасывать. Если я все-таки не дойду до титанов, тогда они мне не... они мне пригодятся, наоборот. Давай пруд построим. Очень неплохая тема. И пойдем в подземелье. А тут ты пройти не можешь? Видимо, нет. Жаль. Так, еще статы. Еще плюс артефакт. Факты мне лишними не будут. Тем более у Кристиана их нет. По-моему, вообще. Да? Да. Пустой персонаж. Даже у мага есть. Так, ипподром строим. И пока что хватит, я думаю. Бы тактику посильнее прокачать. Что-то печально. Не могу даже долететь, люлей дать. О, пожалуйста. Три стрелки я потерял. Трех стрелков. Ну куда это годится, а? Чего не сделаешь ради опыта? Плюс один защиты. Ну, 5-8, нормально. О! Нападение плюс 4. Вот теперь статы нормальные. Более-менее. Так, забираем ресурсы. А то они тут что-то зажрались, я смотрю. Сидят, у них тут все есть. Типа так не делается. Надо делиться. Это не улучшенный джин, он же не колдует, точно. Один. Убейте его кто-нибудь, бедолагу.
5%. А какой ты уровень получаешь? Не, давай лучше магию воздуха. Магия мне поможет в бою, а вот получаемый опыт нет. Хотя, быстрее уровни набрать и больше по статам быть, ну фиг знает. Так, подожди-ка, там фонтан удачи еще. Удача гарнизонного героя, плюс 2. Не хочу, спасибо. Пять тысяч. Не, седьмой день нельзя тратить. Надо сейчас наоборот обогатить казну, чтобы еще больше денег было на следующий день. Так, пойдем-ка вот в эту сторону. Не понял. Так, это где-то рядом со мной. Да. Не, ну это надо предотвращать. Ого, ты смотри, они даже на... не захотели убегать. Серьезно? Чё-то вы такие смелые. Хотя от вас уже ничего не осталось. Ну, храбрые гномы, что еще могу сказать. Не испугались. Еще один гарнизон. Как будто меня это остановит. Ладно, бей. Ого! Единорог ослепил, серьезно? Такое бывает? Он, оказывается, ослеплять умеет? Серьезно? Я думал, это просто, знаете, для номинала написали, что вот он ослепляет. Что, типа, ну, есть у существа навыки, есть. Можно опыта чуть-чуть. Тут денег у меня 68 тысяч. Неплохо. Так, а что лук дает? А. Блин. Ох уж эти старые игры. Так, он собирал мое золото. Он офигел. Интересно. Ух, нифига себе тут. Так, я сюда хочу. Это мне такое нужно. Обязательно. Поиск пути. Фух, вот это хорошо. Заоблачный храм. А что тебе еще? Ипподром дайте улучшить, задолбали. Нет, не то. Во. Драконьи скалы. Не сейчас. Блин, там идут назад отбивать. Город. Так, ладно. Тогда мы пойдем за подкреплениями. Так, тут просто фармимся.
Мантия равновесия что дает? Повышает сопротивленность магии 10% или знание силы плюс 2. Ай. О, кстати. Я знаю, кому отдам. Держи-ка. Загородил проход. Далеко бежать. Что делать? Так, портал. Нет, его я, пожалуй, не буду освобождать. Я догадываюсь, куда он ведет. Пусть охраняет дальше. Мне так больше нравится. Сейчас там пока это... О, смотри, захватывает все назад. Надо вернуться, настучать по тыкве. Пускай пока капитал поднимается. Там же каждый раз на 10% надбавка идет. За этот... За сокровищницу. Ну это плюс 5. Здравствуйте, 12 атаки. Так, и вот этих мы забираем обязательно. Конечно, кого же ты выберешь? Я даже не сомневался. Так, магию воздуха берем. Да вы офигели, а? Это теперь мои земли. Сейчас приду, заберу назад все. Давай подеремся. Можно бодать, я думаю. Ха, у кого рог длиннее, да? Все, разложил. Как пасьянс. Так, продвинутое нападение. Денег много не бывает. Это мы оставляем, как я и сказал. Да вот сюда вернуться, наверное. Разобраться, в чем тут проблема. Блин, а я там войска им накопил. Они их наняли, по идее. Сейчас у них побольше. Это не значит, что они опасны. Хотя... могу сильно недооценить. Вот здесь цитадель есть. Ну, такое, 5 мантикор только. И вот... Ха! 13 мастеров гремлинов. 13, Карл. А этих не надо. Как любезно с твоей стороны. Зря, наверное. Хотя две горгульи. Ну еще 4, ладно.
Как они меня задолбали, эти гремлины. Да хватит уже, а! Ты ходил! В прошлом ходу, хватит тебе. Скотина, а пользуйся тем, что я подставил. Это глупо было с его стороны. Да иди ты нафиг со своими гарпиями, как же они меня бесят, а? Ну все, ворота зря открыл. Даже убить не может медузу. Сколько я уже 500 гремлинов потерял тут? Или сколько? Или 1000? Не успел увидеть. Да. Ну, что тут еще ожидать от них? Так, надо палатку, да? То первая помощь и палатки нет. Глупость получается. Так, 129 тысяч. Сколько сейчас будет? Станет 153. Вот оно. Все, возвращаемся за подкреплениями, чтоб ужас у них вызывать. Сто 152 тысячи. Офигеть. 50 тысяч ушло, грубо говоря, на одну армию. Ну, в принципе, наверное, нормально. Так, теперь мы возвращаемся в подземелье. Ибо нефиг там бедокурить. Мы пришли отсюда, получается. Нет, подожди. Отсюда. Все правильно, просто они этот захватили гарнизон, и я не могу перейти сразу туда, куда мне надо. Да вы больные. Не, серьезно, они больные. Куда вы с таким перевесом на меня лезете? У вас осталось-то совсем ничего. Ударит? Достает. А, ты посмотри, какая гадина, а? Что они делают? Они же не были такими умными в прошлой кампании. Какого черта? Стрелков заблокировали. А смысл? Поиск пути замечательный. Артефакт. Это шляпа. Куда ты намылился, а? Вон оттуда. Ты посмотри, скотина, приперся. Блин. Великие эльфы погибают. Это печально само по себе. Что, будем пегасов терять, да? Потому что надо все быстрее сделать.
чтобы великие эльфы не страдали. Хотя он даже мантикора не долетела. Пойдет. Блин, ну тут далеко бежать, чтобы его спугнуть. Однако я могу здесь что-то предпринять, типа того. Замечательно. Одна армия лучше другой, блин. Как тебе такой, Илон Маск? Сейчас мы проверим. Мы посмотрим, как он на это реагирует. Бежит назад в свое подземелье. Шляпа оратора. Позволяет использовать любые заклинания 5 уровня. Да мне книги нет, вы серьезно? Блин, я книгу не купил, надо вернуться купить. Любое заклинание 5 уровня. И вообще-то надо вот этому герою, Астралу. Ее отдать по-хорошему. Смотри, ну там явно паника. Куда мы направляемся, а? Блин, хорошая фабрика. Мне, в принципе, этого героя прокачивать не нужно. Мне просто надо куда-то загнать в ловушку, испугать. Чтобы он тут не лазил. Ах ты тварь, а! А ты думаешь, все так просто будет? Нет. Я так не думаю. Попробуй захватить теперь. Сейчас я еще приду накостыляю тебе. Что-то обнаглело вообще. Так, тут за 2 недели получается, да, у нас войска. Или за 1? Нет, за 2. Ну и нормально. За облачный храм. Ресурсов немерено, и это хорошо. Меня такой расклад полностью устраивает. А, не успею побить. Ну ладно. Зато мы отправимся в подземелье, чтобы передать подкрепление. А ты купишь книгу, задолбал. Офигеть, у него реально все эти заклинания 5 уровня. Не, ну это надо магу отдать однозначно. Верфь, кстати. Такое-то сокровище. Ну вот и плыви себе, скотина.
О, кто-то себя в угол зажал, я смотрю. Так, тебе нужна эта шляпа. В общем, ладно, знаете, давайте я пока что сохранюсь. На этом мы остановимся. Продолжим в следующей серии. Не хочу сильно затягивать. Вот. Да, на этой ноте я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. До встречи.